Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Минпромторг обновил список моделей автомобилей, которые попадают под налог на роскошь, то есть авто дороже 3 миллионов рублей. В связи с резким ростом цен в перечень попали почти 90 машин. До недавнего времени они никак не ассоциировались с жизнью на широкую ногу. Речь идет, к примеру, о Honda Pilot, Toyota Highlander, Mazda CX-9 и Subaru Outback. Угодили в таблицу и некоторые богатые комплектации Skoda Kodiaq. Трасса 101. Две трети российских автомобилистов имеют два комплекта колес – летних и зимних. Услугой платного хранения шин пользуется только каждый десятый автовладелец, говорится в результатах исследования портала auto.ru. В основном мы храним резину в гаражах, дома или на даче. С начала этого года летние покрышки подорожали в среднем на 40%, шипованные – на 30%. Трасса 101. Электросамокатчики в этом году стали головной болью ГИБДД, да и обычным пешеходам и водителям они нередко досаждают. По данным госавтоинспекции, с января по сентябрь 2021 года в России произошло более 400 аварий с участием водителей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. В них погибли 10 человек. Цифры больше тех, что были за три предыдущих года. Особенно много таких ДТП фиксируется в Москве, Питере, Краснодаре, Екатеринбурге и Казани. Трасса 101. Компания Renault в очередной раз подняла цены на кроссоверы. Минимальная стоимость Duster перевалила за отметку 1 миллион рублей, 1 017 тысяч. Топовая версия обойдется более чем в 1,5 миллиона. От 1 миллиона 220 тысяч стоит теперь Captur, в среднем плюс 20 тысяч. Цены на Аркана начинаются от 1 миллиона 306 тысяч рублей. Трасса 101. Примерно через 2 года в Японии хотят запустить летающее такси. Двухместный аппарат с автопилотом, похожий на большой дрон, поднимают в воздух почти 20 электродвигателей. Максимальная дальность полета 35 километров. Верхняя планка скорости 110 километров в час. Ранее упоминалось об аналогичных проектах, которые будут реализованы в других странах. Например, в США летающее такси к 2025 году должны появиться благодаря компании Hyundai. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.